Так. Очень просим песню «Перспективы». Ну, знаете, это ваш выбор. Я снимаю все, всякую ответственность. Вот дожил я до чего. Ну, понимаете, это... Да, спою с удовольствием. Ну, я, знаете, когда мне не хватало оптимизма, я перед этой песней всегда рассказываю, когда мне не хватало оптимизма, я всегда в декабре месяц садился перед телевизором и смотрел такое действие, священнодействие, я бы даже сказал, ну, действие такое, которое показывали все каналы телевидения всегда, центральные обязательно. Длится час, очень мало. Ну вот если вам надо, так сказать, напитаться оптимизмом, смотреть с уверенностью в будущее, я советую не пропускать. Потому что хорошее. Называется оно, официальное название очень длинное. Называется оно «Послание президента Российской Федерации, Государственного собрания Российской Федерации, Виде Совета Федерации Российской Федерации, Государственной Думы Российской Федерации». И вот собирается Государственное собрание Российской Федерации, Виде Совета Федерации Российской Федерации, Государственной Думы Российской Федерации, выходит президент Российской Федерации и рассказывает о том, что в следующем году будет ну точно лучше, чем в этом, ну 100%. Дело даже не в этом. Я, так сказать, верю, там не верю. Дело не в этом. Оптимизм. Понимаете? Когда показывают зал. Главное, что я всегда люблю, когда показывают зал при этом. Вот камера летит над залом. Показывают лица. И видно действительно, что верю, что в следующем году будет лучше. У них будет лучше. 100%. Будет видно, у них вера, что конечно будет, конечно. Но песня не о них. Песня о нас. Называется она «Перспективы». Ну, я снимаю всю ответственность, вы сами ее заказали. Ой, много куришь, брат, а ты моя дурень. Неважно выглядишь, по правде говоря. Сидишь без денег, да купил бы лотерей. А не веришь в лотерей, это зря. От пессимизма до инфаркта путь недолог. В каком мы месте, говоришь? Нет, извини. Ведь это ж узкий взгляд, а ты ж, брат, не проктолог. Смотри, брат, шире, в перспективу заглянь. А в перспективе лотерейный ты билетик вытянешь. Офигенный там будет выигрыш. Дом в Испании, яхта белая. Лотерея, брат, дело верное. Сел в кафешке, выпил пиво, скушал беляши. Жизнь дерьмо, но перспективы очень хороши. Жизнь дерьмо, но перспективы очень хороши. Раньше по нужде бывало выйдешь на пригорок, кругом раскинулась советская страна, и в перспективе коммунизм лет через 40. Вот это перспективы, мать честна. А нынче выйди на балкон хотя бы доглянь-ка. Кругом раскинулась неведомо чего. И в перспективе все один и тот же дядька. И говорят, что 9 жизней у него. А самолет летит, мотор работает. В нем президент сидит, по фене ботает. Вы замучитесь, говорит. Все тут пыль глотать, глядит грядущий, ему лучше знать. Из Кремля шлют директиву, сядь и запиши. Значит, первое, граждане, жизнь дерьмо. Второе, но перспективы очень хороши. Записал? Первое, жизнь дерьмо. Второе, но перспективы очень хороши. Пришла статистика, что во втором квартале возрос прирост по темпам роста воровства. С такой динамикой, говорят, все то, что мне украли, да украдут примерно года через 2. Когда собрут последний рубль эти жмоты, тогда исчезнет добровольно наша власть. Потому что... Нафиг власть, раз больше нечего украсть.
вылетело. Первый раз в жизни. Раз больше нечего убрать. Что сидит такой плаксивый? А ну, давай полежи. Эй, жизнь, дерьмо. Но перспективы очень хороши. Эй, жизнь, но перспективы очень хороши. Укрыла мир ночного неба плащаница. Вверху горит лунный приглушенный ночник. Видать, и Господу на облаке не спится. Ворочается, думает старик. На судном дне нас, всю воскресшую ораву, поделят. Грешники скажут, налево становись. Мы влево дернемся, нам скажут, нет, ну вам, вам направо. Туда, где те, кто мучились всю жизнь. А россиян в раю, как летом в Турции. Когда-то ж положен отдых нам по конституции. Под любым кустом, там и стол, и дом. Ой, а бабы там! Ну, это все потом. Эй, что? Сидишь такой плаксивый. А ну, давай полежи. Жизнь дерьмо, но перспективы очень хороши. Эй, жизнь дерьмо, но перспективы.